27 и 28 октября в Екатеринбурге прошло 10-е заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. На заседании было решено разделить вузы, участвующие в проекте 5-100, на три группы по объемам финансирования. Что касается разделения, в первую группу попали следующие вузы. Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский, Московский физико-технический, Ядерный, Новосибирский, Московский национальный исследовательский, а также Томский университет. Во вторую группу включены Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, а также Сеченовский, Санкт-Петербургский государственный, Томский политехнический, Тюменский, Уральский университеты. В третьей группе оказались Балтийский, Дальневосточный, Санкт-Петербургский, Сибирский университеты, а также университет имени Лобачевского. Ольга Голодец подчеркнула, что в год на реализацию программы 5-100 расходуется порядка 10 миллиардов рублей. Она уточнила, что вузы первой группы получают порядка 780 миллионов рублей в год, второй около 480 миллионов рублей, а в третьей чуть больше 100 миллионов рублей в год. Точная группа финансирования по устоявшимся в проекте правилам станет известна в течение двух недель. Адель Шамилова, Универ Ньюс.